Спортивная школа в Звенигороде – одна из сильнейших в Московской области. Самые высокие результаты в горнолыжном спорте. Долгие годы она располагается в старом здании на улице Почтовой, 51. Постройка 1911 года повидала многое. Когда-то здесь была двухэтажная начальная школа. Немцы летели обратно, и красноармейцы, которые здесь были в школе, размещались, стали стрелять, а один бомбардировщик, он развернулся и пошел на бомбометание по зданию Звенигорода. И снарядом срезало второй этаж, и школа стала одноэтажной. Родители и учителя восстанавливали второй этаж самостоятельно. Деревянная пристройка, как и само здание, сегодня находится в аварийном состоянии. Пока здесь хранится лыжное оборудование. Сами занятия проводятся на различных базах. Глава округа Андрей Иванов поделился планами по развитию лыжного спорта. Там карьер, да, вы знаете, пошумевшую историю. Мы заблокировали все строительство и завоз туда мусора в прошлом году. Вот одна из идей там сделать все-таки такой мини-горнолыжный курорт с полноценной рекреацией, с базами лыжными, с подъемниками. Сейчас Отличная тема, проектирование этой концепции. И в ближайшее время, наверное, через месяц, мы ее хотели показать жителям и спортсменам. Здание требует капитального ремонта. После обновления здесь планируется разместить дополнительные классы школы искусств. Рядом дом детского творчества, да, а у них очень большой контингент занимающихся, и вопрос, им расширяться некуда. И вот это здание после реконструкции, значит, хотят вот этот комплекс, да, чтобы дети занимались дополнительным образованием именно в этом здании тоже. Вопросом реставрации глава поручил вплотную заняться в ближайшее время. По предварительным данным, для ее проведения требуется более 30 миллионов. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».